меня тут про кофе. Ну, ладно, я на память расскажу. Ну, во-первых, оказывается, кофе надо варить при 95 градусах. Его нельзя кипятить. У него изменяется вкус и теряется очень много микроэлементов. Варить его нужно очень медленно. То есть главная цель, чтобы сварить кофе, чтобы вот эта вот джезва, она была толстостенной. И очень медленно-медленно, вот это, чтобы кофейные зерна молотые, они отдали в воду все свои питательные вещества, все свои вот эти микроэлементы. В-третьих, нужно подобрать свою дозу кофе. Стандартные, вот у нас даже это пишется в нашем пакете. Значит, способ приготовления. Здесь, да? Ну, две чашки, чайные ложки на стакан кофе. То есть 17 граммов на 250 миллилитров воды. Вот такая норма. Но каждый все равно находит свою норму кофе. Вода. Вода должна быть всегда, конечно, лучше бутилированная. Ни в коем случае не брать из-под крана.